Unibet, первая лига, второй тур. И в Набережных Челнах на стадионе КАМАЗ местная одноименная команда принимает хабаровский СКА. Поехали. Гилоян пробрасывает мяч себе на ход. Гилоян простреливает. Опасный голевой момент. И неужели нет гола? Потрясающий, мощнейший удар. Из предела штрафной был нанесен. После подачи с угла поля как раз с левого фланга. Но сейчас штрафной, а не угловой. Подача мяч здорово закрутил. Гаглоев удар по воротам. И гол 1-0. Вот это да, 13-я минута. Вот вам Александр Гаглоев. И снова его подача. Не зря его показывают. И гол. Потрясающе. Сегодня забил первый гол. Еще один стандарт. Подача, скидка, удар и 1-1. Но все справедливо. СКА должен был забить. И СКА забивает. Два гола со стандартов в стартовом отрезке матча. Хотя гол СКА был уже забит уже на 21-й минуте. Под Гаглоев уже в штрафной площади. Подбор. Передача на второй темп. Удар и 2-1. Дамир Таликин. 2-1. КАМАЗ впереди. Сосранов навешивает. Опасная срезка, едва не случился автогол. Первым КАМАЗ был бы вынужден раскрываться, и совсем другая игра была бы. Атака с участием Гаглоева, пас и 3-1. Гаглоев на Шамкина и 3-1. Вторую голевую передачу на свой счет записывает Гаглоев. Шамкин оформляет дубль. Астранов. Может быть, сейчас момент удастся создать. Классный обводящий удар. И 3-2. Не сдается СКА. Потрясающий гол забивает Саид Алиев, вышедший на замену. Удаление. Глупое удаление. Перевод туда, в штрафную площадь. Скидка. Удар с подбора. Спасает свою команду Мамин. И празднуют болельщики КАМАЗа. 3-2.